І у нас на зв'язку є Дмитрій Нізовцев, це телеведучий каналу «Популярна політика», який відкрився одразу після початку другого етапу російсько-української війни. Канал створили колишні координатори штабів Навального та журналісти закритих російських ЗМІ, що говорили правду про, щоб говорити правду про Україну. Привет, Дмитрий, слышно ли нас? Да, спасибо огромное, что включаетесь. Сначала открылись вы, потом открылись мы, и, соответственно, продолжаем, так сказать, дружить с семьями. Да. Дмитрий, хочу начать как раз с того, что происходит в России, вот эта мобилизация, которая, если честно, удивила всех, не только россиян, но и украинцев. С одной стороны, мы, честно признаться, немного переживаем, потому что даже если 300 тысяч дополнительных штыков придет на фронт, это много. С другой стороны, мы просто видим, кого сейчас, ну, берут повально всех. И что больше всего удивляет нас в Украине, это то, что многие мобилизированные, особенно с каких-то там из Сибири, из других регионов, идут очень послушно. Они что, правда не понимают, что их отправляют на убой, на войну? Это, наверное, самый удивительный психологический феномен, но действительно, по опыту моего общения с теми, кто сейчас в России, те, кто попадает под призыв, люди действительно не верят в то жуткое, страшное и самое страшное, что только может произойти, и действительно идут на убой. И мне при этом сложно осуждать. То есть как выглядит, да, ситуация в данный момент? Человеку приходит какая-то повестка, или человек ждет какой-то повестки, и, казалось бы, ну, инстинкт самосохранения должен диктовать, что срочно беги там, не знаю, до границы или там уезжай. Но я лично общаюсь с некоторыми людьми, которые говорят, ну что-то как-то страшновато, что-то как-то рано, что-то как-то я переживаю. И не убегают, хотя у них есть возможность. Я вчера буквально говорил с человеком, которого... Ну, была готова уже машина, которого готовы были везти до границы, и он сказал, мне страшно, я никуда не поеду. И не поехал, хотя его звали. А второй, конечно, вторая половинка, и сейчас непонятно, призовут его, не призовут, что с ним будет. Ну, он очень близок к этому, он там не в первую очередь, но какой-то там очень близкий. И вторая половина этого феномена, она в том, что про это говорят многие мои коллеги, более там, взрослые, не знаю, журналисты, про то, что люди, получив поездку, то есть, да, у тебя всегда есть какая-то опция, когда ты там, тебя зовут в военкомат, не иди в военкомат. Если у тебя есть одно получить или не получать повестку, не получай повестку. Но люди каким-то образом, боясь там, не знаю, штрафов 3000 рублей, боясь там какого-то условного ареста, то есть не условного, что он может быть, а условный, не знаю, там условный срок тебе дадут. Люди идут, получают какие-то повестки и сдаются. Это удивительный психологический феномен, который мы видим. И этому нет объяснения для меня, равно как и нет объяснения, будучи русским человеком, имея российский паспорт, я все больше и больше погружаюсь в какой-то глубины невероятного для меня. То есть, казалось, там, в 2014 году, но неправильно, да, радоваться тому, что вы отжали регион у братской страны, которого вам никогда это не пройти, люди радовались. В 2022 году огромное количество смертей, и тоже, казалось бы, ну, проснитесь. Идите там, ненавидите Путина, в конце концов. Люди такие, да, ну, живем как-то. И сейчас, да, казалось бы, сам Бог велел быть против этого всего. Есть безумцы, кто выходят на концерты, те, кто поддерживают, те, кто участвует в этой пропаганде. Ну, вы же, я вижу эти улыбчивые лица, и мне понятно, что спустя какое-то время эти лица превратятся, не знаю, там, в черепа обугленные, и люди все равно идут на эти концерты и это приветствуют. Да, среди моих друзей, слава богу, таких нет, те, кто приветствует эту самую войну, но мы видим какие-то агитационные ролики, где люди участвуют в этом всем и надеются, что их это обойдет. Ну, не обойдет, вас отправят воевать на фронт. Если вы думаете, что вы на концерте отожгли, и после этого вас простят и не отправят в военкомат, так нет, завтра вас простят. Я сам просто погружаюсь в этот какой-то странный ад. Просто извините, что исповедуюсь с вами и делюсь с вами в прямом эфире, но вот для меня самого это непостижимо, равно как и непостижимо для вас. Вижу ли я это все? Вижу. Советы у меня есть, но они достаточно предсказуемы. Спасибо, что делитесь. И действительно, да, это шокирующая ситуация. Казалось бы, что должно взбудоражить Россию, если вот даже не это. А Дмитрий, а как насчет повесток детям-чиновникам? Мы знаем известный пранк, когда позвонили именно сыну Пескова. Пескова. И это было очень ярко, когда он сказал, да я все решу там сверху, и вообще вы знаете, кто я такой. Вот скажите, как это будет дальше происходить? Пойдут ли дети-чиновники воевать, пойдут ли, или они все уже в Швейцарии?
Я вам так скажу, да, ну, во-первых, да, это там не первое интервью, которое у меня сегодня на эту тему, потому что за последние сутки почему-то два интервью японским телеканалам, да, то есть уже даже только Big in Japan, даже там интересуется, и да, этот пранк удивительным образом зашел там по всему миру, и это круто. Мой прогноз, как оно все будет выглядеть? Я вижу, что, во-первых, пригожинцы подхватили эту тему. Вот этот один пригожинский абсос, не буду его в вашем эфире называть, он тоже там подхватил и говорит, вот я там боюсь, чтобы питерские чиновники тоже пошли куда-то там. Ну вот они как-то используют там, да, для того, чтобы иметь какие-то свои политические очки. И это сейчас будет продолжаться, я думаю, возможно, в Скобеево как-то тоже будет это все говорить, что пора бы там деткам чиновников пойти, потому что они не могут больше игнорировать эту тему. Но, во-вторых, как я вижу, как это все будет происходить, в тот же самый в среду, в четверг, когда вот этот наш пранк только поднялся, уже несколько депутатов сообщили о том, что они лично идут воевать. Но при этом у меня твердая уверенность, что до какого-то фронта они не дойдут. Они будут в безопасных местах, они отсидятся где-то там в штабе, они будут вести какие-то свои тиктоки и будут там, не знаю, стрелять в пустоту и говорить, вот я там стреляю в какие-то там украинские позиции. Я думаю, что либо, действительно, как вы сказали, перевезут детей чиновников куда-то за границу, либо они будут изображать, что вот мой сын куда-то там ушел, вот мой сын служит, вот я сам служу, но на самом деле они будут служить в каких-то безопасных мест. Тот же самый адовый депутат Милонов, одиознейший абсолютно персонаж, да, он сказал, что ну я вот уже служу, и там какие-то смешные фотографии публикуют о том, что он там где-то на фронтах, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что до фронта он даже близко не добрался. То есть вот я думаю, что будет в таком виде. Либо они прячут своих детей, либо они показательно отправляют их якобы служить. На самом деле все у них выглядит, ну, глубоко показушно. Тут, конечно, кто-то будет тыкать в историю якобы Джугашвили, да, там вот тоталитарная страна, казалось бы, глава страны отправил своего сына и отказался его выменивать. Но там же мы знаем, что там куча белых пятен в этой истории, и то не белое пятно, которое мы, о котором мы знаем, это то, что у Иосифа Сталина со своим сыном Яковом были очень плохие отношения, и он совершенно не горел душой его там как-то защищать, отбивать, он там практически говорят, что он там был рад тому, что он погиб, он в гробу видал этого Якова в прямом, а потом уже, ну, в переносном, потом уже в прямом смысле. Здесь я не думаю, что какой-то Песков скажет там, ой, чадо мое, иди служи, надо как-то, чтобы, не знаю, чтобы отец тебя лютейшее ненавидел. Чего они, конечно, нет, какие там сыновья не были, они их любят, голубят и возводят, дают им там дома и квартиры и все что угодно. Так что будет так. Мы таких видели вояк, если честно, актеры, которые приезжали эти 8 лет, что вы делали, приезжали пострелять на Донбасс в сторону украинских войск. Это вот такие же приблизительно будут вояки. Хочу спросить по поводу протестов в России. Удивительно, но сначала, конечно, были какие-то небольшие, в том числе в Питере, в Москве, в больших регионах, но сейчас основной протест, как нам кажется, с Украины, происходит как раз в тех регионах, где наибольшее количество было собрано солдат или контрактников еще в первый этап нападения с февраля. Соответственно, это не случайно, и будут ли протесты в Питере и в Москве, что, наверное, важнее, как мне кажется? Мне кажется, что да. Ну, я хотел вам объяснить, думал, там будет вопрос про то, почему регионы сбунтовались, но вы и сами это прекрасно понимаете. Почему именно вот эти вот там Дагестан, Якутия и так далее, отчасти Бурятия, там идут протесты. Ну, да, мне не нужно вам ничего объяснять. Дальше, что касается Москвы и Питера, мне кажется, что да, потому что это не просто самые крупные города России, это еще и самые политически продвинутые города России. И поэтому, даже когда даже в моем родном Хабаровске еще даже не подумывали о протестах, в Санкт-Петербурге были уже протестные акции там, против Путина, в Москве выходили десятки и сотни тысяч. Да, сейчас несколько иные времена, да, сейчас люди побаиваются выходить, но когда их много, тот же самый Алексей Навальный, да, он говорил, когда там, не знаю, выходит 5-10 тысяч человек, менты лупят их, когда выходит сотни тысяч, там уже менты сами подносят им какие-то снаряды, коктейли Молотова и стоят как котики. Ну, я пересказывал смысл, да, высказывания Алексея. Поэтому я думаю, что в Москве действительно будут выходить десятки и сотни тысяч. Я не знаю, будет ли это уже в сентябре, но мой твердый прогноз, что люди выходить протестовать будут. Они уже сейчас, когда похоронок потока еще нету с фронта, уже нарекризованы и выходят там, руки прочь от наших
мужей, но я думаю, что когда поток пойдет, этих самых похоронок, и будет еще больше. Здесь, в вашем эфире, я хотел бы сказать, я просто знаю, есть место такому дискурсу в наших каких-то российских обсуждениях. Может быть, стоит приберечь силы, может быть, надо выходить не сейчас, а выходить когда-нибудь там потом, когда уже будет там вот ощущение, что надо выходить. Друзья, ну вот я не имею права геройствовать, да, я сам нахожусь в безопасном месте, но если вы думаете, что вот сейчас мы не выходим на протесты, а потом в какой-то момент там случится какой-то перелом, и мы его почувствуем, и тогда надо будет выходить, на мой взгляд, это не так. Когда вы чувствуете, что есть ситуация, есть против чего протестовать, лучше выйти, и та же самая Украина нам показала, ты выходишь против какого-то не вступления своей страны в Евросоюз, казалось бы, там, ну, не очень, но какая-то большая тема, но дальше больше, 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 и в конце концов ты свергаешь диктатора и становишься на 10 лет главной костью в горле Путина. То есть, если какой-то микроскопический повод есть, есть возможность протестовать, соизмеряя возможности, действительность, выходите, протестуйте, не ждите, что сейчас момент не тот, а потом будет тот, протестуйте тогда, когда можно. Дмитрий, скажите, вот имеет ли моральное право мужчины выезжать? Потому что мы все видели фото вокзалов, видео, терминалов. Говорят, сейчас, ну, по известной статистике, 250 тысяч уже якобы, ну не просто мужчин, людей выехало из России. Mm-hmm. А что, если бы вся эта масса вышла на протесты? И вот, вот как насчет вот этого морального права? Где вот они так воевали в телеграм-каналах, давили укропов, били укропов с телевизора, смотря телевизор, подпевая Скобеева и Соловьеву. Что же произошло? 250 мужчин уехали просто. Тысяч. Ну, да, я прекрасно понимаю, о чем вы хотите сказать. Да, конечно, круто, если бы они там собрались и пошли. Но правильно отметили тех самых людей, которые там, да, в соцсетях писали, ох, я там их порвал бы, ох, я бы там подавил. Так я, когда, опять же, мне в соцсетях какие-то гадости пишут люди, я сам им говорю, а почему ты пишешь мне сейчас, ты левой рукой напишешь, в руках там правая рука пистолет, сколько ты там победил, сколько ты там кого-то расстрелял, ну давай там, покажи. Или те, кто, не знаю, относительно за меня и говорят, что ты, Дима, там какой-то слишком добрый в соцсетях, давай там призови. Я говорю, ну так ты сам призови. Я не против, я имею в виду, ты призови, а я догоню тебя. Вот. Те люди, которые в соцсетях писали, что давайте, как вы сказали, да, там, давить укропов, давайте там всех побеждать, ну вот они тем, во-первых, и показательны, что они способны только в соцсетях это делать. Во-вторых, я считаю, на мой взгляд, они имеют право сейчас бежать, потому что если их поставят действительно воевать, от этого лучше никому не будет. Они будут воевать с той же Украиной. Да, они будут воевать недолго, но, не знаю, они примут на себя какие-то там удары и снаряды, они примут какие-то пули на себя, и они действительно там, стреляя в разные там стороны, они все равно действительно нанесут вред не столько России, действительно, сколько Украине. Поэтому пусть уже убегают. Я согласен с тем посылом, который последние дни звучит. Каждый убежавший из России — это на одного солдата у Путина меньше. Пусть они лучше уже бегут, и пусть уже европейские страны открывают на двери, а там можно действительно схватиться за голову и пойдут воевать. Сейчас пишут про 250 тысяч, но я, с одной стороны, не очень верю в эту цифру, 250 тысяч, какие-то источники новой газеты в Европе, а с другой, они же не могут собраться в единую 250-тысячную армию и пойти маршем свергать. Они разобщенные, они там где-то что-то, ну вот их там пересажают, и максимум в этом будет польза. Пусть лучше уезжают, серьезно, пусть лучше уезжают, чем они будут засосаны в какой-то военкомат, думаю, так я. Спасибо огромное. Мы, конечно, тут в Украине переживаем, чтобы чем меньше к нам доехало, тем лучше. Но, к несчастью, как сказал наш генерал Залужный, что сколько приедет, столько нам и придется. Что российское войско все хуже, но по-прежнему очень длинное, поэтому будем его так по частям и резать. Спасибо. Для нас тут на самом деле ценно и ваше мнение, поскольку для нас вот такие россияне, как вы, это те, кто остаются адекватными. Это те, кто впоследствии, даст Бог, сможет помочь отстроить вашу Россию такую, как вы ее себе представляете.